модификатор skew просто перекашивает объект. Величина деформации определяется параметром amount, направление параметром direction. Также можно задать ось скоса, установив переключатель на кнопке Z, Y или Z во вкладке skew axis. Давайте попробуем с оси Z. Для начала выбираем направление случайно. И теперь давайте, вот, пожалуйста, вот так оно работает. В одну сторону, в другую. Также можно менять направление. Давайте посмотрим, как это сверху выглядит. Вот у нас по центру. И оно ходит четко по кругу. Так, теперь давайте по Y попытаемся его исказить. Выбираем направление. Видите, оно просто его как бы сжимает и поворачивает в одну из сторон. Вот. То же самое будет при X.